Вот я стою на возле ворот бывшего пионерского лагеря «Огонек». Кто здесь жил, вы сами увидите. Вот там сторож мне это, он подсказал. Вот так вот он выглядит. Ворота. Это сейчас туберкулезный санаторий детский. Это рык бежит тут, наверное. И раньше бежал, и сейчас бежит. А это улица Бесогаж, да? Улица Бесогаж, сейчас новое название. Но старая вы, наверное, знаете, какая-то улица. Бесогаж — это в переводе «пять деревьев». Там вон баня. Афганская баня, вон там. Кто помнит, там вон даже надпись есть. Афганская баня. А тот большой дом, это что за дом? Где? Красивый дом. Это завод, что ли? Дом, ага, красивый дом. Это частный дом. Частный дом такой красивый? Я думал, там